Команда яхты «Югры» завершила переход через Атлантический океан. Следующая цель путешественников – Средиземное море. Правда, чтобы отправиться в путь, морякам приходится делать капитальный ремонт судна. Сломался двигатель. Яхта «Югра» пик пандемии провела в Чили. Походы по миру возобновились лишь через год. Новое путешествие началось с Тихоокеанского побережья Панамы. Продолжилось в Карибском море и Атлантике. Сейчас судно приводят в порядок в Гибралтаре. Далее путешественники отправятся в Турцию, где останутся переждать зиму.